We're gonna skate to one song only. Ура! Стоматолог пройден. Как я ненавижу больницу. Собачки! Наконец-то это свершилось. Мне сделали все справки. У меня получается целый портфель еды. Доброе утро, дорогие друзья. Мы отправились от города Новокузнецк на автобусе до Кемерово. Я отлежала себе голову. Я немножко лошок, потому что я поехала в ботинках. В лагере мы в основном будем находиться как бы в помещении, я думаю. И мне в сапогах будет жарко. Так, дорогие друзья, я в Кемерово. Я жду такси, чтобы доехать до места назначения встречи с делегацией. Нужно решать что-то насчет кроссовок. Сейчас, если меня отпустят, то я поеду сама в спортмастер. Я не знаю, просто я не знаю, как. Время обеда. Она не понтуется, не понтуется. Четыре часа до Новосибирска, и потом мы будем ждать самолет, а потом на самолете до Владивостока. Мы добрались до Новосибирска. Перед вами аэропорт. У меня... Ты шаришь за математику? Да, все, мы прошли все фон мусорки, очень топово. Прошли вот контроль, все супер. Еще, кстати, нас пропустили с водой, мы крутые просто, вот и все. Ваши ощущения? Да, мы блогеры. Самолете. Сейчас скоро полетим, Владивосток. Я надеюсь, что я... Добрый вечер, дамы и господа, говорит капитан, меня зовут Молчан. Все сказали, что мне 13 лет. Мне 17. Я не могу нормально поесть, меня клонит в сон. Мы покушали. Мы прилетели в Владивосток. Я хочу посмотреть на него. О, я тут. Пируется сон. Владивосток. Видали, какая у нас лакшери-машина? И убедительная просьба. Во время движения не... Что ж, ребята, мы находимся в океане. У-ху! Я не знаю, как распределить эту правду, но я потом. Итак, нас заселили в комнату. Так она выглядит. 4 кровати. Вот так выглядит. Это мой шкафчик, поэтому я только его покажу. Мы только начали раскладываться. Я очень рада, что нам дали полотенца, потому что я их не брала. В общем, мне нравится. Но проблема, наверное, немного с розетками. Но там, по-моему, какие-то девчонки взяли удлинитель, так что все хорошо. Художник. Да, подожди. Кораблям, которые будут продавать. Так,
Я могу вам показать свой вид из окна. Честно, мне очень нравится погода в Владивостоке. Не сказать, что прям очень холодно, там еще что-то. Но я хочу очень сильно на улицу, правда. Я хочу посмотреть на море. Ну, такой обычный вид из окна. То есть ничего такого особенного. Я найду вам вид получше и покажу его. Вы что, все видосы снимаете? Я блогер. Так, вот так вот выглядит наш кампус. Очень тоже мне нравится вот это все аккуратно, все понятно на самом деле. Вот так выглядит душевая. Сейчас включу свет. Буду всем показывать, рассказывать. Здесь как бы туалет такой. Все, мне очень нравится, что все аккуратно. Ну, конечно, душ немножко так разочаровывает, потому что смыв идет только в эту дырку, и как бы немного, да, грязно, неприятненько. И он сломан. А утром приходилось ждать, пока он нагреется, около 20 минут. Идем дальше. Такая девушка. Тоже такой аккуратненький туалет. Это такая я. Секси, шмекси, пекси, пупси. На фоне вы видите фены. Это тоже очень круто, потому что я так боялась, что мне нечем сушить голову, а мне есть чем сушить голову. Дальше как бы тоже все просторно, все круто. Сушилка, помыть, чтоб ножки нужно было. И две кабинки туалета как бы. Ничего такого необычного нету. Я поняла. Всем известно. Так, это второй день. Я наконец-то поспала. Чувствую себя прекрасно. Сейчас у нас закончатся все эти организационные моменты в течение 2-3 дней, и мы будем заниматься спортиком. Все-таки у нас смена здорового поколения, как бы, да? Мне впервые нравится пшённая каша. Здесь реально вкусно готовят. Так, обзорчик на столовую. Вот так выглядит столовая. Здесь мы моем ручки. И все. Сейчас. Всем хай. Нас переселили. Мы жили раньше там, где 5-й отряд. До сих пор 5-й отряд, но живем мы там, где 6-й. Я хочу показать здесь ванну. Вот она единственная на этом этаже, которая выглядит вот так вот. Вот тут нет уже фенов. Тут нет кранчика, чтобы попить воды. Так, заходим в нашу комнату. Та-дам! Здесь еще неудобно, вот, что вот так вот. Теперь у меня вещи не помещаются, это грустно. И нету здесь шкафчиков. Но так в основном нормальная комната. Точно. Я приветствую вас. Мы из этого зала вообще не уходим. Я всегда хочу спать. У нас спортивная смена, я не понимаю, почему мы постоянно сидим. Do my thing. Это здание Бригантины. Так оно выглядит. Очень very beautiful. Это Ледовый дворец? Да. Да. Все. В общем, кратко о Красном мосту. О Красном мосте. Потом расскажу, что молчать. Итак, кратко об этом мосте. Нужно пройти, загадать сначала желание и пройти 100 шагов молча. Получается, через весь мост он составляет 97 метров. Надеюсь, мое желание сбудется. Итак, внимание, это какой-то лес. Я не знаю, что это, но мне очень нравится. Я обожаю елки. Умею. Что вы умеете? Ну, спать, есть. Пахнет Крымом. Чувствуешь Крым? Тебе пахнет Крымом? Я не чувствую. Все пахнет Крымом. Какое-то рандомное здание, я не знаю, что это. Что это? Инженерное, что-то там, что-то там. О чем там делать? Инженерить. Вот. Очень very beautiful. Идем дальше.
Сейчас мы с вами находимся перед еще одним местом, которое исполняет наше желание. Это мост дружбы. Желания тут также исполняются, но только если весь отряд един и сплочен. Тигренок. Корпуса, почти которые не видно. Я плохой человек. Все. Выгнать из океана. О, нет. Ребят, сейчас мы с вами находимся на территории дружины Тигренок. Это дружина, входящая в состав летнего комплекса. Вам нравится в океане? Да. Это хорошо. Летим, полетим, плавь. Плавь? Плавь, полетим. Скатывайся, ты же человек-павук. Если будет слишком быстро, паутины стреляй. Давай. Йоу. Смотрите, какая красивая бригантина. Но ё-моё, что за красотка. Очень beautiful. Не переключайтесь, рекламная пауза. Что-то не знаю, зачем я ни разу ей не воспользовалась. Здравствуйте, здравствуйте, вам нравится еда столовая? Да, всегда. Не вся. Что вам именно не нравится? Морская капуста. С лицом она. Да, кроме запеканки с изюмом. Вам нравится еда столовая? О, здорово, гном! Здорово, гном! Че, как жить? Здравствуйте, вам нравится еда столовой? А? Еда в столовой. Ну, нормальная, супер. Очень-очень-очень-очень вкусно. Обожаю эту столовую. Какая? Любая, в столовой. Ну, какая тебе нравится? Мне все. Частично, да? Особенно сегодня мне понравились вареники с творогом и маслом на завтрак. Салат тигренок. Салат тигренок, вот. И батон еще с маслом. Мне в прошлом году давали пельмени на завтрак. Это было ужасно. Все супер. Отличная еда. Нет, 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 ни в коем случае. Вам нравится еда? В смысле нет? Заново, неправильный ответ. Говори да. Да. Ну все, всем пока, блин, я уже задолбалась. Эти блок вообще, всем пока. A few moments later. Сегодня мы на девчачьем. Такой вот у нас яблок. В общем, мы сейчас идем на спортивные игры. Света, еще не сказали, что это длинный ног для волейбола, поэтому... Меня не пустят. Океан — это лучший лагерь страны. Океан — это я, это мы. What you say? Первым таком соревновании. Я, честно, сначала волновалась, потому что давно так не бегала, не соревновалась, но вообще, на самом деле, очень круто. Мы, конечно, ну, ничего не выиграли, но мы все равно молодцы. Все. Пулемени? Мои любимые помидорки. Это видеоблог. Я сижу, считаю счет, потому что меня не допустили до волейбола из-за вот этого, из-за вот этого. Шоу. Нас выгнали с обеда. Мы так аппетитно кушали, блин. Нас выгнали с этой дурацкой эвакуацией. Так нельзя делать. Будто ужастики. Может, друзья, это может нас Нефор, я Нефор. Ну, оно и видно.
И запахло кремом. В общем, мы идем сегодня на гончарное дело. Вот там находятся корпуса тигренок, но их, правда, не очень видно. Вон там вот корпуса китенок. И мне еще мальчик сказал, что там чуть дальше морская флотилия. И там тебе дам, тебе дам, бам-бам! Там тебе дам, тебе дам, тебе дам! Там тебе дам, тебе дам, бам-бам! В общем, мы с ним делаем парные тарелки. Мы друзьяшки. Пам-пам-пам! Я дарный! Артек, это то, что навеки знаешь. Я в тебя верю, давай. Всем привет. У нас второй день школы. Я спилила ногти для волейбола, а его сегодня не оказалось. Сегодня мы идем в качалку. Что могу сказать о школе? Ну, это легче, чем в обычной школе. Вот так вот выглядит часть школы. Кабинеты. Нахуй, мы чтобы... пришли в тренажерку. Будем сегодня тренироваться. Идти по дорожке? Мне тоже странно. Выбираю. Are you ready? A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop the show. В океанском Олимпе. Здесь круто. Здесь как будто я в каком-то клубешнике. В общем, здесь подают какие-то, по-моему, китайские сладости, корейские, возможно. А здесь немного таких игрушечек. Ну, короче, очень мило, мне нравится. Наши девчонки купили тюленя, я еще хочу тюленя. А еще где-то они покупали всякие разные футболки и так далее, даже не знаю, где это. Обзорчик. Там вот находится ККЗ, где обычно проходят всякие разные мероприятия. Хай. Тут у нас как школа. Там, получается, чуть дальше библиотека и кабинеты школьные. Вот. Так они обычно выглядят. Просто обычная школа. Это называется И-точка. До сих пор не теряемся в этом лагере. Ну ничего. Ты чё не танцуешь? Нет, ты Всем привет, ребята! Мы гуляем по солнечному океану, по солнечному Владивостоку. Неплохо, да? Вид на море. Предназначение, ты к нему придешь и останешься человеком. Гении свалили с мероприятия, сидим, чтобы нас не нашли. Итак, мы пришли второй раз на окончательное дело. Сейчас мы будем работать с этими штуками. Он что-то руки царапает. Это песочек. Вот сними мне в кел. Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш блог из океана. Сегодня мы едем на экскурсию в центр Владивостока. Какой-то музей. Ура, мы приехали. Меня укачало, потому что
Не знаю почему. Я села назад. Мы ехали. Ужасно. Но мне так нравилось глазеть, там все такое зеленое, я в шоке. Мне Владивосток прям очень сильно напомнил Крым. А чуть дальше, когда в центр вот приехали, сразу напомнил Санкт-Петербург. Итак, мы зашли в сувенирный магазин. Все, Владивосток. Вот, I love you, Владивосток. О, вот этот лучше всех звенел, подожди. Заказ принят. О, это что за колокольчик? Реально, я как будто заказы принимаю. О, сразу со значками. У меня такая тур с туротряда. Я думала, с Турции. Там еда. Нам нужно вниз. Где еда? Направо. Пошлите его за еду. Берем. Хочется плакать. Сегодня у нас будет последний концерт в ККЗ, потом последний огонек и все. Завтра уже половина людей разъедется, и 2 мая еще и я. Опа, гоп! Опа, годы проходят наши. Они что-то новое придумали. Да. Все разъезжаются. Это грустно. Вообще, достали меня. Я уже вся заплакана, опухшая. Сейчас непонятно, что мы делаем. Скоро уезжает Аринка. Эх, последний раз смотрим на этот кубрик. Проверяем все шкафы, и они пустые. Пустые. Все, ребята. На этой смене. Что ж, Владимир Океан, до встречи. Снимать свой видеоблог. Всем привет, мои подписчики. С вами Маша во Владивостоке. Ну, то, что Маша летит домой. Океан в моем сердце будет навсегда. Итак, обзорчик. Апельсиновый, апельсиновый, томатный, томатный, томатный. Апельсины. Еще мы воду попросили налить. Ну, ничего необычного. Мне сказали мусор. Ваш тело печенье. Кошачий корм. Раз, давай, два, три. Что ж, мое видео подошло к концу. Хочу сказать спасибо, что вы его досмотрели. Я надеюсь, что оно вам было интересным. Если вы хотите узнать подробнее о центре, то задавайте вопросы. Может быть, вам интересно, как устроена школа, как попасть в этот Всероссийский центр «Океан», или же как проходят мероприятия, что это вообще за такой интересный центр. Может быть, вы слышали о нем вообще впервые. Так что я готова буду ответить на все ваши вопросы. Может быть, даже в отдельном видео тоже об этом напишите, если вам правда интересно. Не упущу возможность прорекламировать свой телеграм-канал. Будет ссылочка в описании.
Жду от вас какой-либо отдачи, комментарии, лайки. Я буду рада. Все.